Мы находимся в жилом комплексе «Славяноград», который располагается на окраине города Семилуки. Его начали строить в конце 2021 года, и сейчас уже продано 3/4 квартир. В жилом комплексе будет 3 очереди. Первая очередь уже сдана. В этом году будут еще сданы вторая и третья очереди. Давайте посмотрим на ход строительства. Застройщиком жилого комплекса «Славяноград» выступает компания «ЖБИ-2». Она уже построила первую очередь, мы видим ее по мою левую руку. Построена вторая очередь, сейчас идут работы по благоустройству. А за мной отстраивается третья очередь жилого комплекса. Вторая и третья очереди будут готовы уже в этом году. Жилые дома во всех трех очередях выполнены из кирпича. Более того, у каждой очереди есть вот такой прелестный двор. Здесь есть тренажеры, игровые и спортивные площадки. В некоторых квартирах есть разноуровневые потолки. Иногда их высота достигает до 3,5 метра, как в старых добрых сталинках. Все квартиры оборудованы системами индивидуального отопления. Что касается социальной инфраструктуры, то вот буквально за окном планируется строительство детского сада, спортивного комплекса и новой школы. ЖК «Славяноград». Ваша квартира здесь.